Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я исполню стихотворение Антокольского Павла Григорьевича. В оригинале автор ведет повествование о двух людях. Я же исполню это стихотворение от лица одного из этих двух людей. Я надеюсь, вы не зря потратите время, просматривая данное видео. Ты сбежишь от моих заклинающих глаз. Ты отыщешь, куда тебе скрыться, но постой. Если ты на других обожглась, разве я хулиган и не рыцарь? Ведь на страшном суде не зачтется виной мне та жаркая, жалкая дерзость. Так случилось. Хватило минуты одной, сразу пропасть между нами разверзлась. Так случилось, хватило на то у двоих благонравия и благоразумия. Стороной пролетел обжигающий вихрь, не сработал потухший Везувий. Вот оно, как у нас напоследок идет, будто рушится скруче отвесный. Но какой же я сам призовой идиот, что тебе исповедался честно?